Приветствую всех любителей рыбалки. Вот уже 2 года, как компания Time Trial выпускает рыболовную лодку «Фиш-каяк». И этот каяк стал бестселлером. Рыбаки со всех уголков нашей страны, и не только, оценили надежную, остойчивую и очень вместительную базу, продуманный обвес и удобнейшее кресло «Фиштрон». «Фиш-каяк» покоряет различные реки, большие и маленькие озера и даже моря. Незабытые любители традиционной гребли парными веслами. На «Фиш-каяк» можно установить специальные легкие выносные уключины и использовать весло-трансформер. А те, кто устал от гребли, могут даже поставить лодочный мотор на боковой транец. «Фиш-каяк» построен на основе корпуса, проверенной многолетней эксплуатацией в самых суровых условиях, байдарки «Waterfly». Из всех байдарок «Waterfly» самая остойчивая. Случайно перевернуться на ней практически невозможно. Кроме того, конструкция «Фиш-каяка» унаследовала огромный для лодки этого размера объем кокпита, позволяющий разместить с собой очень много вещей. Однако плата за это — скорость. Да, скорость «Фиш-каяка» куда выше, чем у обычных рыболовных лодок, но он, безусловно, уступает по скорости остроносам, спортивным и туристическим байдаркам. В связи с этим было решено запустить в серийное производство скоростной вариант «Фиш-каяка» на базе корпуса от байдарок семейства «Варвар» и «Щукарь», которые обладают отличными скоростными данными, при этом имеют неплохие характеристики по остойчивости и пассивной безопасности. Прототип скоростного «Фиш-каяка» уже проходил испытания ранее, но его серийный выпуск был отложен из-за загруженности производственной линии. Теперь пришла его пора. Итак, встречайте, «Фиш-каяк Pro» или «Скоростной Фиш-каяк». Этот каяк имеет обводы, идеальные для скоростного перемещения. Из-за зауженных оконечностей размер полезного пространства в кокпите меньше, чем у «Фиш-каяка», но для частичной компенсации вместительности длина лодки увеличена до 380 см. Ширина лодки аналогична базовому «Фиш-каяку». Также очень похож и обвес. Все тот же удобный «Фиштрон», который делает многочасовое пребывание в лодке максимально комфортным. Те же 4 держателя для удилищ. А вот в качестве ветра и волнозащиты в носовой части лодки будет установлен несъемный арочный тент-капюшон. Помимо отличной защиты от волн, он работает еще как аэродинамический обтекатель, еще более увеличивая скоростные показатели каяка. Заостренные формы позволяют легко проходить самые густые заросли тростника. «Фиш-каяк Pro» идеально подойдет тем, кому нужно совершать многокилометровые марш-броски по воде, подниматься в поисках рыбы против течения, облавливать обширные территории и густо заросшие жабовники. Конечно, он более требователен к квалификации гребца, чем обычный «Фиш-каяк», но даже новичку без опыта гребли на байдарке не составит труда эффективно и безопасно использовать его, немного попрактиковавшись.